Слава Господу, вітаю вас. Я вже у вас був, я не знаю, треба ще казати, хто откуда. А, Мене звуть Петро, фамілія Власовець, я із міста Слав'янськ, Донецька область, церква Преображення Господнє, пастор Павінка Олександр Афанасьовича. Це церква, де Віктор Павлович служив, ну, щоб більше так було зрозуміло. Я хотел бы вместе с вами, зараз тоже молиться. И продолж брат, сказал за надежду. Кстати, насчет лягушки, думаю, правда, то, что а, я, кто работал на молоковозах, такие автомобили, или веревочку туда опускаешь и пока ну, длинный путь проезжаешь до молокозавода, чтобы сливать молоко уже там масличка не снимали и тогда сдавали. Так, так было, так что, наверное, что-то ебцел. Ах, брат говорил за надежду, а я хотел бы, в общем, и за упование, и вообще хотел бы помолиться вместе с вами, за нас с вами. На мой взгляд, дуже важно, Зара, именно чем наполнено твое и мое сердце. От избытка сердца говорят уста, что имею, то и даю. Что мы с вами, Зара, даем людям? Таке просте питання. На кого ми уповаємо, Як це уповання бачать у нас? Я знаю, що з основному всі віруючі люди, якщо спитати на кого ми всі скажемо. На кого? На Бога? Ну так чи ні? То на кого нам ще? А що скажуть твої сусіди? А? І твоє окруження, чи де ти працюєш? Як ти думаєш? Таке просте питання. Они бачат твое упование, что ты уповаешь на Бога. Или я где-то вычитал такие высказывания. Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сказать своему обличу, лицу своему об этом. Разумеете? Так мы все понимаем. Дело в том, что все мы понимаем, как правильно и что нам делать. Так же? Осталось только выполнять. Вот это, что мы понимаем. И тогда будет все файно. Читаю первое место. Это Псалом 31, 10. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. А уповающий на Господа его окружает милость. Я читал такую историю, как-то политический деятель ехал там на какое-то совещание, и с ним был его помощник, и он сильно-сильно волновался и даже спать не мог, они становились в гостинице. И этот, политик, и этот помощник спрашивает у него: можно это у вас спросить пару вопросов узнать? Говорит: да, пожалуйста. Говорит: как вы думаете, до нашего с вами рождения Бог управлял всем миром, миром и историей? Ну, конечно, да. А как вы думаете, когда мы с вами умрем, Бог будет управлять миром и всей историей? Разумеется, конечно. А почему сейчас ему не предоставить это делать? Вы понимаете? Вот я не знаю, что тебя, лично тебя, что окружает, в каких ты обставинах находишься, что живет в твоем сердце что там происходит, как ты переживаешь, как ты волнуешься. С одной стороны, вроде бы есть за что сейчас переживать и волноваться, с одной стороны, потому что серьезные процессы происходят, можно сказать, не только в Украине, а в мире. Но в этом же и проверяется упование, доверие Богу. Что ты сейчас слышишь в своем сердце? Что там происходит? Сейчас, когда ты придешь домой сегодня, что будет происходить здесь? Следующее место, это Псалом 34, 3 стих, часть. «Скажи душе, скажи, душе моей, я спасение твою. Я хотел бы, чтобы сейчас Иисус Христос подошел лично к Тебе, чтобы Он Тебя обнял. И Ты услышал, и услышал это слово. Я спасение уповай на меня. Стой в вере. Не иди на компромиссы, не иди на всякие моменты такие. Не смотри на эти бушующие волны, вот это то, что сейчас происходит. Смотри на меня. И Иисус сейчас говорит твоему сердцу, смотри на меня. Это так важно, братья и сестры. Так важно смотреть и взирать на начальника и совершителя веры. Знаете, такой пример, я думаю, много автомобилистов. И вот я лично тоже езжу за рулем. И я обратил на такое внимание, когда встречная машина идет, если ты фокусируешь вот цвет конкретно на фарах, он тебя слепит. А если ты чуть-чуть взор свой убираешь именно со встречного, то ты видишь дорогу, все. Вот убери этот взор с этих обстоятельств, не смотри так конкретно на них прямо. Хотя сейчас всем и массовая информация, все только и твердит об этом. Чуть-чуть сфокусируйся, убери свой фокус. И ты вдруг увидишь, что Иисус, Он рядом и Он контролирует все. Не все в нашей жизни происходит так, как нам хочется, но Он знает, Он знает. Он говорит, я продолжаю владычествовать над яростью моря. Я продолжаю владычествовать над пенящимися волнами. У меня есть власть. Говорить бури, утихни, перестань. И она перестает. Он говорит, лучше уповай на меня. Говорит, я спасение твое. Друзья, никакой блат, никакие деньги, Никакие связи не защитят нас с тобой. И даже не говоря об этих сложных обстоятельствах, о войне, о ракетах, а сейчас это особенно актуально. Единственная связь даст тебе гарантию защиты, В вечной жизни, это Иисус Христос. Он говорит, я спасение твое, дорогой друг. Постарайся услышать это в Духе, не в Моих словах, не в моих словах, а в Духе. И Иисус сейчас говорит, Я спасение Твое. Пусть Господь приближится к Тебе сейчас и проговорит Твоему сердцу, Твоему Духу, Твоему естеству, Я спасение Твое. Он говорит, Я все могу. И Иисус, Он все может. Болезни, страхи, отчаяния, боль, разочарование, сомнения, непрощение, обида. Все. Он говорит, я все могу. У меня есть сила, которая покоряет. У него есть сила, мы читаем Ефесянам, у него есть сила, которая покоряет себе все. Услышь это. Все. Это так важно. Доверься мне, Иисус говорит. Люби меня, поклоняйся мне, исполняйся Духом Святым. Пусть судьба твоя будет в моих руках. Господь, мы веряем. Скажи это всем сердцем, всем своим естеством. Я тебе отдаю свою судьбу, я тебе отдаю свою жизнь. Она в твоих руках. Господствуй, царствуй в моей жизни. Иисус, это так важно. Это так важно держи меня за руку. И тогда мы в воде не утонем, в огне не сгорим, мы пройдем через любые долины, мы пройдем через печи. Ни одно оружие, сделано против нас, оно не повредит тебе, потому что упование и защита у тебя Господь. Исая 12, 2. Вот, Бог спасение мое, уповай на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, как важно сто процентов доверять все обстоятельства Иисусу Христу. А для этого нужна вера, для этого нужно упование, для этого нужна надежда и идти вперед. И чтобы Иисус Христос он царствовал в твоем сердце, чтобы он был господином, чтобы он мог владычествовать тогда. И тогда никакое зло, ничего ни тебе, ни мне не приключится, а все будет во благо, потому что верующим и призванным по его изволению все содействует ко благу. Понимаете, мы все это место знаем, но когда мы близко с ним, и тогда даже сложные обстоятельства, когда и проходя даже долиной смертной тени, источники открываешь вы представляете перед тобой смерть перед тобой все а ты открываешь там источники тебе это доставляет какую-то радость тебе дает эта надежда и ты идешь вперед и ты идешь вперед потому что иисус Христос он царствует в твоем в моем сердце и тогда это так и будет но иногда мы допускаем сомнения иногда мы допускаем разные мысли в голову а дьявола задача Первое посеять, чтобы мы начали с тобой сомневаться, посеять какое-то переживание, и оно тогда идет вот то как вот эта веревочка в молоке, вот так точно оно, знаете, налипает, налипает, и ты уже смотришь, все, идешь, Бог, уже и уже вот такая ситуация. Если вдруг оно вот это у тебя налипло, и тебе уже так тяжело это тянуть, брось, приди к Иисусу, Иисус, тягар такие не могу тянуть. Освободи меня, дай мне вот эту вот радость спасения, дай мне эту близость с тобой, дай мне вот эту силу Духа Святого, чтобы я наступал на всякую силу вражью, и мне ничего не повредило. Дай мне, я хочу дышать свободно, я хочу жить в имени Твоем, я хочу жить в уповании Твоем, и Он даст, Он простит, Он очистит, и обновятся крыль силы, и ты будешь летать. И ты будешь ликовать в эти сложные моменты, в эти сложные обстоятельства, а ты будешь царствовать, потому что Иисус Христос, Он будет царствовать в твоем или в моем сердце. И мы сейчас придем к престолу благодати. Откройте свои сердца Иисусу. Расскажите, что там происходит, кто там царствует, что там живет. И посмотрите, если надо что-то поправить, Он поможет, Он даст силы. Поправим, и будем идти, забывая заднее, простираться вперед. Будем молиться.